в любом случае я склоняюсь к мнению коллег, что безопасность людей на море и выход на лед – это самое главное. Обрядные мероприятия будут проводиться на территории Магаданской области. Подтвердили это Ольский район, Амсукчанский городской округ, Северевенский городской округ, а также Кентинский городской округ. Официально там дают нам заключение, что там можно проводить мероприятия. Органы местного самоуправления подтвердили эту готовность. Ну а по городу Магадану, с учетом тех сложившихся обстоятельств, массовый выход людей запрещен на лед, но спасатели в этот период, начиная с завтрашнего дня и до 20-го, будут дежурить на бухте Герта. У меня все. Спасибо.